приз «Кинотавра» направляется в Казань. Столичный писатель Денис Осокин стал обладателем приза за лучший сценарий на главном отечественном кинофестивале. Триумфальной стала его работа «Клинтии небесной жены луговых Мари» режиссера Алексея Федорченко. С победителем, который сейчас находится в Сочи, мы связались по телефону. Я не знал, что у нас фильм среди фаворитов. Я очень надеялся, что каким-то образом наше кино будет отмечено, потому что фильм очень интересный, потенциально там и не похожий на какие-то другие работы. И поэтому были надежды, что мы что-то получим. Но я совсем не знал, кто именно. Я думал, что будет оператор. Я думал, мое такое предложение. Вот оператор тоже получил. Когда стали объявлять номинацию в общий сценарий, то, ну, я не первый раз получаю за сценарий какой-то приз, и всегда чувство одинаковое. Это очень сильно волнуешься и радуешься.